Всем привет! 6 декабря в Германии Николаус Таг. В этот день принято, чтобы детки начищали свою обувь в ночь перед этим днем и выставляли ее на улицу. И 6 декабря Николаус наполняет детские сапожки сладостями. Такой вот праздник. Но где же можно на самом деле наполнить сапожки, как это работает? В Markt Kauf нужно принести один сапожок детский с подписанным именем с 29, по-моему, ноября по 2 декабря. Эту информацию лучше уточнить или в проспекте Markt Kauf, или у них на сайте. Нужно принести сапог и 6 декабря забрать его наполненный со сладостями. Также в Реале можно взять бумажные заготовки уже сейчас, разукрасить их деткам, отнести обратно в Реаль и также 6 декабря получить их наполненные. И в Реве проходит такая же акция. Я взяла вот такие сапожки, вот так они выглядят. Два, потому что у нас два сыночка. Их нужно разукрасить. Один из них Дима уже разукрасил. Второй они сегодня разрисуют с Маркусом. И мы тоже отнесем обратно в Реве, соберем их, сложим. Здесь есть инструкция. И 6 числа заберем наполненные сладостями. Я обязательно покажу, какое будет в них наполнение. В прошлом году в Реве я не успела взять сапожки, потому что их ограниченное количество. Как только их все раздают, возможности взять их уже нет. В Markt Kauf не ограничено, можно без разницы, сколько там деток принесет сапожки. А в Markt Kauf мы уже 2 года, Дима у нас сладости получал, его всегда это так радует. В общем, это я вам покажу. Далее. Мы заказали мужу адвентс-календарь. У нас тут экстра быстрая доставка. Да, как обычно, много-много бумаги. Мы позавчера сделали заказ. Как раз, да, сразу рекламки, как это обычно. Календарь, адвентс-календарь для моего мужа. Как он и хотел, с машиной. Такой вот мы заказали Porsche. Будет собирать. И я купила, ну, то, что я заказала мужу подарок, я вам говорила и обещала, что покажу, когда он придет. В общем, он пришел. Я заказала ему папку для монет. Мой муж собирает монеты, но не так серьезно, чтобы где-то заказывать дорогостоящие, редкие монеты. Нет, просто вот когда ему попадаются новые монеты, если мы едем в другую страну, даже те деньги, которые актуальны сейчас, либо старые, у каких-то знакомых, друзей встречаются, он их всегда собирает и складывает в единую кучу. Он всегда хотел папку, но почему-то, не знаю, мы до сих пор ее не купили, не заказали, и я об этом вспомнила и решила заказать. Это совершенно простая папка, заказала я ее на AliExpress. Сюда вставляются монетки. Есть более серьезные, жесткие такие, действительно для профессиональных коллекционеров, но они стоят свыше 50 евро. Я пока не вижу смысла заказывать такую мужу в дальнейшем, как бы, да, если это заполнится, или не знаю, если он захочет, конечно, мы купим ту же посерьезней. Я хотела с немецкой надписью, но не нашла. Поэтому, ну, с русской тоже ничего. В общем, вот такая папка. Я ее упакую и на Рождество мужу подарю. И я хотела показать вам, что мне пришло на тестирование. Но прежде чем я это сделаю, напишите в комментариях, нужно ли это показывать, интересно ли это вам. Потому что для меня это действительно каждый раз праздник, когда приходят эти посылочки. Мне интересно их получать, открывать, пробовать, изучать. Но интересно ли это вам? Если это интересно, я буду побольше показывать, что мне приходит, потому что я снимаю далеко не все. Если не интересно, то мы это отложим. И буду я делать это крайне редко, если будет прям что-то особенное. Сейчас у меня куча-куча разных мелочей, и я хочу вам показать. Начну, наверное, давайте с самого свежего. Мне пришел шампунь от Nivea. Это обновленная серия. Можно было выбрать различные из линейки. Я выбрала объем и сила. Его я еще не пробовала, только-только вот получила. Поэтому давайте хоть понюхаем. Обычный запах шампуня, ничего не могу сказать, что какой-то он выдающийся. В общем, такой шампунь от Nivea мне пришел. Потом пришел шампунь, да, это шампунь, сухой шампунь от Taft, от Schwarzkopf.
Его я уже попробовала, знаете, это очень интересно, правда. Это реально то, что мне нужно, потому что в связи с тем, что у меня ребенок маленький, не всегда есть время своевременно помыть голову, действительно. Когда нужно идти в магазин, и просто не успеваешь голову помыть, высушить, собраться. И вот этот шампунь, сухой шампунь, он решает проблему. Он выглядит как лак и распыляется как лак для волос на расстоянии 20 сантиметров. Здесь написано, что нужно нанести на расстояние 20 сантиметров от волос, расчесать их и немножко намочить, пальцами сделать объем и немножко намочить. Когда я пробовала первый раз, я мочила, мне не очень понравилось. И второй раз я уже не мочила, оставляла волосы сухими, и вот так мне больше нравится. Запах у него приятный, но на мой вкус слегка надоедливый. И вот знаете, когда лаком для волос пользуешься, дышать невозможно. От этого средства такой проблемы нет. Конечно же, это не замена обычному шампуню, нет. Это вот такой помощник, когда нужно действительно экстренно что-то куда-то выйти. Я хочу, чтобы это средство было у меня всегда. Когда закончится этот тюбик, обязательно куплю новый. Если кому-то тоже надо, я действительно рекомендую, мне понравилось. Далее, шампунь. Ну, это хорошо, нужные вещи в доме всегда хорошо. Это не на тестирование мне пришло, это просто подарок от Росман. У них сейчас проходит Гринспиль в приложении, и там не гарантированные призы, а розыгрыш. Вы набираете баллы и потом участвуете. Но вот этот шампунь, просто я когда сделала покупку, мне пришел купон бесплатно на шампунь от Head & Shoulders. Тоже приятный бонус. Потом от сайта MyTest и фирмы Essence мне пришли две туши. Это тоже очень здорово, любая девушка меня сейчас поймет. Вот это Lash Princess для длины ресниц. Хорошая тушь, мне понравилась, но такую щеточку я не люблю и такой щеточкой я не пользуюсь. Поэтому эта тушь отправляется в подарок. Не скажу кому, но в подарок. И вот эта тушь, экстремальный объем, это то, что мне нужно. Это абсолютно моя тушь, и я ее себе оставляю. Вот такую щеточку я очень люблю и пользуюсь только тушью с такой щеточкой, потому что если я пользуюсь вот предыдущей щеточкой, у меня реснички вот так выглядят, они все слипаются. А здесь нет, действительно, отдельно, красиво. 5 плюсом, в общем, этой туши. Если что, стоит она 2,75, примерно, в общем, до 3 евро. В Росмане я видела, но они продаются и в ДМ, и в Мюллер, где угодно можно это взять. Дальше. Виши прислали мне вот такую омолаживающую сыворотку. Ее я тоже еще не пробовала, пока не могу сказать, нравится мне или нет. Смотрите, какая красота. Это нужно взбалтывать. Ну, в общем, ладно, хорошо, не буду ничего говорить, пока не трогала, не пробовала. Оставим. И еще от Lancome активатор молодости. Смотрите, две малышки. Я посмотрела, каждое из этих средств в оригинальном размере стоит около 100 евро. Цена такая вам ого-го, я скажу. Интересные, действительно. Давайте я покажу опять же сразу. Вот этот аппликатор мне очень нравится. Он металлический и охлаждающий. Это для удаления мимических мелких морщин вокруг глаз и для ресниц. Наносить его нужно вверх-вниз, массируя. Классная штучка, мне нравится. Но как бы с ресницами у меня проблем нет, и действия на ресницах я никакого не заметила. Но маленькие мимические морщинки действительно сглаживаются, они не исчезают ни в коем случае. И не ждите эффекта, что если вы намажете, все морщины разгладятся. Нет, такого не бывает. Только уколы могут в этом помочь, и то я не знаю, могут или нет. Конечно же, ни в коем случае не делайте уколы, это все вредная бяка. А вот это средство мне понравилось. Действительно, немножко, ну, заметен эффект, легкий такой. В общем, плюс, хорошо наносится, его не нужно много, мне даже вот этого пробника хватит на долгое-долгое. Что же делать тогда с оригинальным размером? И вот это средство, оно для лица, тоже омолаживающее, от морщин и все такое. Здесь я не скажу, что вообще какой-то эффект я заметила, поэтому покупать я не буду. Здесь такая пипеточка, и средства нужно очень мало. Оно очень хорошо наносится, быстро впитывается, нет ощущения на лице того, что какое-то средство вы использовали. Но эффекта я не заметила. Поэтому такие интересные два средства мне пришли. Вот такие тестирования. Я вам похвасталась. Вчера мы немного обновили нашу кухню. Я хочу вам ее показать, сделать небольшой обзор именно самой кухни.
Когда мы только сюда заехали, в нашей квартире маленькая кухня, ну и в принципе, как я понимаю, в большинстве квартир, домов в Германии кухни маленькие, потому что они рассчитаны именно для готовки. Для того, чтобы кушать, поставить большой стол, отдельно есть столовая. И хотя маленькая кухня для меня довольно непривычна, она мне очень понравилась, потому что все аккуратненько. И чтобы прибраться, не нужно много времени. Здесь я провела веником, тут протерла тряпкой, все, чистота, порядок, хорошо. И действительно было очень комфортно и здорово. Но со временем, когда мы начали все докупать, какие-то коробочки, баночки, больше техники, все это начало заставляться. И кухня начинала мне нравиться все меньше и меньше, потому что мне не хватало рабочей поверхности, пространства. И добавлять какие-то шкафы уже, ну, мы потихоньку докупали, но уже потом просто стало некуда все это делать. Но муж нашел решение, поэтому сейчас я вам все покажу. Собственно, вот так выглядит сама наша кухонька. Вот эту мебель мы изначально, вот этот шкаф, стол, ну, рабочая поверхность, и вот этот шкафчик мы купили, как только заехали. И смотрите, здесь у нас стоит стиральная машинка, соответственно, посудомоечную машинку ставить некуда. Обычно под раковиной все хранят мусорные ведра, но у меня здесь уютно разместились кастрюли. Вверху стоят кастрюли, а внизу для запекания различные у меня емкости. Здесь в основном я режу, готовлю, либо когда мы моем посуду, мы складываем ее в чашку сюда, и тогда можно готовить здесь. Именно вот этот стол у меня всегда был занят различными, всем, не знаю, баночками, всем-всем-всем. И муж купил вот такие полочки. Как я говорю, у нас теперь на кухне ушки у нашего шкафчика появились. И сюда я смогла сложить вообще все. Здесь, смотрите, наши вкусняшки из Голландии. Все, что мешало мне раньше на столе. Тосты, хлеб. Здесь варенье еще, смотрите, красиво у меня теперь стоит в баночках. В общем, я довольна абсолютно полностью. С этой стороны у нас все чаи, кофе капсульный, какао там сзади тоже стоит, кружечки наши, которые, опять же, всегда стояли на столе и тоже занимали место. Теперь все это мне очень-очень нравится. И вот этот шкаф, мы его докупали уже после того, как основная кухня была готова. Потому что, ну, я говорю, действительно, места было все меньше. А вот эти прихватки раньше висели у нас вот здесь, но они постоянно отпадали, видимо, из-за веса. И мы просто их намертво к шкафчику прикрутили. И когда мы брали рабочую поверхность, вот эту плату, нам ее в магазине под нужный размер отрезали. И оставшуюся часть мы тоже забрали с собой и сделали вот такую из нее полочку для микроволновки. Потому что микроволновка, если ее ставить на стол, она очень много места занимает. А здесь вот так очень удобно. Опять же, смотрите, полочки. Тут у нас мусорные ведра стоят для упаковки и прочего мусора. Опять же, взяли красивые. Одну из них подарили нам мама с крестной. Вторую мы сами уже купили. Взяли красивые специально, чтобы они не портили вид, несмотря на то, что стоят вот так открыто. И здесь у нас кофейная полочка. Тут у нас кофемашина фильтровая. Кофе тоже. Для нее очень вкусный, кстати, вот этот кофе. Если не пробовали, возьмите фильтры. И капсульная кофемашина. Та же у нас там какао. Миксер. И емкость тоже с водой. Кипяченую я оставляю остужать. И вот тут, смотрите, еще хочу показать вам. Взяла в Росман средство от накипи. Но я думаю, что оно не только в Росман есть. Очень оно мне нравится. Раньше мы чистили специальным средством от Dolce Gusto, но теперь перешли на это. Хорошее, я чайник постоянно им мою, мне нравится. Поскольку кухни в Германии очень дорогие, проектировать их под свою кухню это особенно дорого, это сильно добавляет в цене. Поэтому мы решили купить просто готовые шкафчики в магазине, в обе мы их покупали, и рабочую поверхность. Самое интересное, мы сначала хотели погонными метрами взять именно наш размер, но получалось так, что взять готовую длинную рабочую поверхность, по-моему, около 2 метров она у нас была готовая, вышло дешевле, чем купить меньшего размера и отрезать в магазине. Поэтому мы решили взять готовую. Конечно, у нас негде ее отрезать, мы
Спросили, можно ли в магазине. Конечно, они там отрезают под любой размер. Поэтому мы вымерили все, нам отрезали. И у нас кухня получилась шкафчик вверх, вниз. Очень дешево, потому что это в районе 250 евро у нас вышло уже с рабочей поверхностью. Это на самом деле очень классная действительно цена. Кто покупал кухню в Германии, те точно знают. И здесь у нас под столом муж сделал ящик для ложек, вилок. Тут у меня хранятся крупы, чай тоже, плюшкин корм. И внизу картошка, лук, чеснок, в общем, овощи, порошок и молоко. Все уютно разместилось, наконец-то, на нашей кухоньке. Вчера я все разложила, навела порядок, теперь я довольна. Снова люблю готовить, люблю проводить время на кухне. Показала вам. Спасибо за просмотр. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока.